обеспечить максимальную безопасность во время выборов президента России. Такую задачу поставил глава региона на заседании антитеррористической комиссии. Необходимо усилить профилактические меры и на предприятиях жизнеобеспечения, в местах отдыха граждан и, самое главное, на избирательных участках. 18 марта в Самарской области будут работать 1789 пунктов для голосования. Все они должны быть обеспечены металлодетекторами, камерами видеонаблюдения и сигнализацией. Однако не на всех участках по итогам проверок правоохранительных органов обеспечены требования безопасности. Не полностью готовы в Самаре и Тольятти. Дмитрий Азаров поручил главам городов Елене Лапушкиной и Сергею Анташеву взять ситуацию под личный контроль. Эти вопросы на особом контроле. Мы их с вами в режиме практически каждый день отрабатываем по подготовке к выборам президента страны. Время остается все меньше и меньше. Часы считанные, можно сказать. То, что касается металлодетекторов, у нас есть с вами план действий. Здесь более-менее все понятно. Да, оснащенность будет продолжаться и в дальнейшем. То, что касается всех остальных вопросов, коллеги, они должны непременно быть решены уже вот к проверке. Очередную проверку сотрудники силовых ведомств проведут 5 марта. Кроме того, участники заседания отметили, что в единый день голосования будут задействованы все ресурсы правоохранительных органов для обеспечения безопасности. Каждый избирательный участок будет находиться под круглосуточной охраной.